Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Николая Ивановича Пирогова был основан в 1906 году, когда медицинское отделение открылось на московских высших женских курсах. Главная цель курсов – предоставление женщинам высшего научного образования университетского характера. За время своего существования РНИУ являлся главным медицинским институтом Министерства здравоохранения СССР. В университете впервые в мире были созданы педиатрические и медико-биологические факультеты, а также первый в стране факультет усовершенствования врачей. В 2021 году мы отмечаем свое 115-летие, наш лозунг «Учиться у лучших». Сегодня РНИУ имени Пирогова – крупный научно-образовательный и медицинский центр, включающий в себя 8 факультетов, 115 кафедр, 143 клинические базы, 3 собственных больших медицинских комплекса, 2 детские больницы, геронтологический центр, 4 научно-исследовательские лаборатории. Всего в университете проходит обучение 9000 студентов, 4000 аспирантов и ординаторов, 12000 слушателей курсов дополнительного профессионального образования. Обучение в РНИМУ проходит по следующим специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология, медицинская кибернетика, биофизика, биохимия, фармация, биология и социальная работа. РНИМУ – единственный вуз России, имеющий действующую международную программу двойного диплома «Россия и страна Европейского Союза» по медицинской специальности. В нашем университете на международном факультете обучаются студенты из 65 стран. РНИМУ является единственным медицинским вузом России, в отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский университет». В университете был построен первый в мире медицинский специализированный учебно-лабораторный семиэтажный комплекс. Студенческое научное общество в РНИМУ существует с 1935 года. Сегодня ребята имеют возможность заниматься по 5 направлениям почти в сотне студенческих научных кружков. Это терапия, хирургия, педиатрия, фундаментальные науки и гуманитарные науки. Значительное внимание в университете уделяется личностному и культурному воспитанию, а также развитию профессиональных навыков. В РНИМУ имени Пирогова работают более 50 культурно-творческих и спортивных кружков и секций, а также центр надпрофессиональной подготовки. До встречи в стенах РНИМУ имени Пирогова!